Около 2 часов дня в областном центре столкнулись пассажирский автобус и грузовик. Авария произошла на перекрестке улицы Герасима Фейгина и 10-го проезда. По предварительной информации, фура двигалась прямо, ей навстречу выехал автобус. От мощного удара фура перевернулась. 31 октября в 13:50 пассажирский автобус «ПАК» по предварительной информации при выполнении поворота с улицы Герасима Фейгина на улицу Каравайковой взял больший радиус поворота и совершил столкновение с большегрузом «Скани». В результате аварии большегруз перевернулся. К счастью, никто не погиб. Тяжелее всех пострадал водитель грузовика, 35-летний мужчина. С закрытой черепно-мозговой травмой он доставлен в больницу. Водитель автобуса от медицинской помощи отказался. Кстати, ДТП пострадало 10 человек, детей из них нет. Один человек, это водитель грузового автомобиля, госпитализирован в 7-ю городскую клиническую больницу города Иваново. 9 человек, пассажиры автобуса, получили незначительные травмы и были осмотрены на месте и отбиты. Судя по последствиям аварии, удар был сильным. У автобуса серьезно повреждена кабина, выбито лобовое стекло, искорежена передняя дверь. Из лежащей на боку фуры на дорогу вытекли технические жидкости. Устранением последствий ДТП занимаются сотрудники МЧС. Дорожные полицейские, в свою очередь, выясняют, по чьей вине случилась авария. Местные жители, собравшиеся вокруг, утверждают, что перекресток очень опасный. Давно пора поставить здесь светофор. Я живу на 8-й Сочинской, на следующей, а у нас частный дом, второй от краю. Здесь очень много мелких аварий, ну, это бывает и крупные. Но сколько раз, вот мы уже давно, с 80-х годов, все просим светофор поставить. Здесь нужен светофор, но он оживленный перекресток. Как удалось выяснить нашей съемочной группе, автобус выполнял рейс по маршруту Нижний Новгород-Иваново. Из соседнего города люди приехали на один день в Текстильпрофи за товаром. Организатор поездки во время столкновения сильно ударилась головой. Как вернуть клиентов домой без автобуса, не знает. 31 октября мы совершали шоп-тур Нижний Новгород-Текстильпрофи, город Иваново. Попали в аварию. Текстильпрофи мы доехали, ехали назад и попали в аварию. На помощь клиентам прибыли представители торгового центра. В течение 1,5 часов все пассажиры оставались в автобусе. Пострадавшим вместе с их покупками предложили пересесть в другой автобус и доехать до автобазы «Текстильпрофи». Впрочем, далеко не все восприняли это предложение с радостью. Я позвонил, попросил нам помочь организовать наш выезд в Нижегородскую область. Сейчас из приемной губернатор мне сказали, поскольку вы с Нижнего Новгорода, связывайтесь с Нижегородской администрацией или с туристической компанией, которая организовала этот тур. У нас не туристическая компания, у нас частный туроператор. Все, и мы сейчас что будем? Нам организовала вот этот вот торговый центр «Профи», «Текстильпрофи», только до автостанции. А там как хотите, добирайтесь. Вот это наши власти. Представители компании «Текстильпрофи» пообещали помочь с транспортом и, возможно, оплатить обратные билеты в Нижний Новгород. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.